О-хо-хо, мои дорогие поросятки! Вот я вам принес угощенице. Люси и Вася ведут себя не по-свински, а словно интеллигентные животные. Едой не разбрасываются, погромы елок не устраивают. Не то что соседи пони, Макар, Шайн и Мультик. Мы рацион подбираем специально. Для каждого вида животного это отдельный рацион. Естественно, для хищников мы положим мясо, курятину, крольчатину и другие лакомства и угощения, которые мы готовим специально. Кому-то будет рыба. И рыбный день у нас тоже мы устраиваем. Допустим, лисы с удовольствием едят рыбу, и мы им, конечно же, приготовим рыбу. Ветерок и Афина оказались расторопней своих сородичей. Пока те скромно стояли в сторонке, самые юные благородные пятнистые отведали лакомства. Косули, видимо, решили, что сегодня у них строгая диета. В присутствии зрителей и СМИ даже не притронулись к еде. Но испугались. Выходите оттуда, да они боятся вас. Такая сказка для животных в лесной сказке – обычное дело. Каждый год сотрудники зоопарка ходят в гости к питомцам, стараются удивить. До 31 декабря праздничное меню обязательно ждет каждого обитателя. У льва Алтая уже вон слюни бегут. Для царя зверей приготовят огромный кусок говядины высшего класса. Хороший мальчик, новым годом поздравляю. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.